Всем привет, народ! Сегодня на повестке дня у нас загонная охота. Лосики всех мастей. Сегодня будут участвовать в загонке наши национальные белорусские гончие. Ну, не знаю, насколько они там наши национальные, но тем не менее. Собак будет много. Надеюсь, что в лесу будет концерт с фортепианами и гитарами. Приятного всем просмотра. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал, кликать на колокольчик. Поехали. Так, я приветствую вас в нашем охотхозяйстве. Сегодня будет загонная охота на лося с белорусским гончаком. Значит, загонщики наши, собаки, познакомьтесь с ними в лицо. Да. Запомните. Тихо. Я надеюсь, что сегодня вы все получите большое удовлетворение от охоты. Мы устроим хороший праздник для вас, для нас, для собак. И вы все уедете с хорошим настроением и еще не раз вернетесь в наше охотхозяйство. Еще раз повторюсь про основные моменты техники безопасности. Значит, по неясной, видимо, цели не стреляем. Стреляем только по зверю, по убойному месту зверя. То есть это, в первую очередь, это лопатка. Место нахождения, где сердце, легкие, то есть попадение по этим частям тела, лось походит не далее 300 метров. Вот это наши белорусские гончаки. Снимает телевидение белорусское. Наезд. Александр Белорус. Привет, Макс. У него все есть. Не, мы сами наездили. Он руками ходит туда-сюда. Догнал лося, сфотографировал. Мы в Беларуси, но УАЗик у нас на российских номерах почему-то. Руководитель хозяйства. Так дешевле. Вернее, не руководитель, а хатовед хозяйства. Сегодня у нас также снимается фильм канала «Славная охота» и проекта «Славная охота», организация «Охот». Я с карабином. Олег тоже с карабином. А ты не можешь мой телефон подать? Я с собаками не найду. Но я надеюсь. Красавцы. Рвется в бой. Ай ты. Вот это наши белорусские гончаки. Рвутся в бой, смотри. А там будем смотреть, что там получится. Махает. Один вышел и поехал дальше. Ждать.
Одни загонщики вышли. Белорусские гончаки в загоне. Дима, а где Серега? За тобой шел? Нет, она туда идти, не там. Там где-то? Вот здесь заканчивается дорога прямо, там тропинка какая-то, вот по этой тропинке. Короче, ну, Валера, друган мой, 2 на 2 сука, пи***ть, лосика. А Серега, походу, это, корову, видно, подранил. И тот, что отдельный выстрел потом был, наверное, загонщики, потому что собаки ее нашли, отрабатывали. Одиночные, наверное, добили. А что это вы тут делаете? Ну что, кого поздравить? Что ты так на меня смотришь? Ничего. Как вы в этой фигне стреляли? Молча, я вот там стоял. А, то есть на чистом? Я вот там стоял, тут ушел с леса, все как полагается, в лесочке. Вот, ну вот я там стоял. Так а собаки слышно были? Собаки уже прибежали потом, когда он уже все лежал. Но они гнали его, да? Он где-то там, наверное, цепанул. О! А то. А что отключился? Давай. Ну что? Хороший бык. Ну, вообще отличный. Ну, здоровый. Вы проходили треть, у нас фотограф сегодня есть отличный. Да. Все, садись и фоткайся. Ну, только не на него же, а рядышком. Блин. Раз, два, три, четыре. Можно бить. Все, садится. Лег. Все, лежит. Вон он голову держит, лег метров 300, больше, наверное. Пусть лежит, да, голову поднимает, опускает. Вот. Thank you.
Алло. Он на той стороне канавы, я обхожу канаву, я его добрал. Я по шее, все, добрал. А я его увидел, когда он прямо из леса вышел. Гляжу, он тебе так, боком стоял. Гляжу, темное пятно, так краем глазом, хлоп. Я движения не видел, он вышел и встал. Я сам выход не видел. Ну вот, я гляжу пятно. Хоп так, потом чик, начало двигаться пятно. И он все. Пошел, там хлоп. Идет. Прям на Диму шел. Да. Но потом, что, Дима там, видно, начал суетиться, там примерять ружье. Вот, туда-сюда. И все. Он оттуда отвернул, и он... ближе ко мне сместился. Да. И он посерединке между нами, даже ближе ко мне. Потому что я-то стоял, видишь, вы стояли в канаве. А я с этой стороны в кювете. У меня только голова торчала. Он меня ни движения, ничего не мог видеть. Но. И все. Он через канаву перепрыгнул. А? Я чик, а, блядь, смотрю. Это он ходит. Олег, блядь, это ж Олег нам. Посчитал, блядь, это сучки, гляжу. О, 4 на 5. Офигенно. Так. Так а что, нахера столько раз было стрелять, когда он по полю уже бежал? Он уже после первого уже, блин, все уже. Ши-ши-ши-ши, ну все. Так, блядь. Ну вот, совместными усилиями и моим точным выстрелом был добыт вот этот Олежка. Ну а сейчас не менее приятная процедура разделки и приготовления печенки. Всем привет, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, кому понравилось видео. До новых встреч.